Аким области Бердыбек Сапарбаев провел очередное заседание областной антитеррористической комиссии. Были рассмотрены предварительные итоги работы комиссии за 2016 год и намечены планы на 2017 год. Религиозная ситуация в регионе остается стабильной, отметили участники заседания. В течение года были приняты действенные меры по повышению эффективности информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику религиозного экстремизма и терроризма, а также усилению адресности профилактической работы среди целевых групп. Благодаря этому в регионе продолжается снижение количества приверженцев нетрадиционных религиозных течений, в том числе почти в два раза, с 94 до 53 человек уменьшилось количество приверженцев нетрадиционных религиозных течений с признаками радикализма. Это результат большого труда. Главное — продолжить совместную системную работу в этом направлении, усилив учет и контроль над выполнением поставленных задач. В ходе совещания также стало известно о том, что до 25 декабря правоохранительные органы полностью завершат проверку объектов, входящих в перечень террористически уязвимых. Вместе с тем идет работа по пересмотру данного перечня с вводом в него новых объектов и исключением уже имеющихся в списке. Согласно поручению акима области, подготовка обновленного списка должна быть завершена до конца текущего года.